По инициативе президента России Владимира Путина осуществляется реализация 11 национальных проектов, которые помогут развитию всех отраслей – от социальной сферы до экономики. На претворение в жизнь проектных мероприятий предусмотрено около 24 миллиардов рублей. В Славянском районе лидирует в освоении средств, а значит и воплощение в жизнь 4 проекта – здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги. В этом году по федеральному проекту развития комфортной городской среды планируется благоустройство общественного места, очень востребованного у славянцев, Северного парка. Работа уже началась. Схема благоустройства предусматривает создание здесь прогулочных и спортивных зон, детских игровых площадок, дополнительного озеленения территории. Проект создал известный кубанский архитектор Федор Мирошников. Должен быть удобным, красивым, зеленым, благоустроенным и иметь определенные объекты развлечения. Там качели мы хотим сделать, беседочки хотим сделать. Плитка будет хорошая, продвинутая. Будет освещение тоже. Мы подобрали такое современное. И мне кажется, что парк будет один из лучших в крае. На данный момент все зоны будущего парка распланированы. Ведутся работы по прокладке систем водоотведения. Продолжается благоустройство пешеходных зон. Все дорожки будут выложены красивой современной плиткой. Во время очередной строительной планерки глава района Роман Синеговский пообщался с подрядчиками, осмотрел ход строительных работ. После реконструкции парк превратится в настоящий спортивно-досуговый центр. Здесь будут несколько спортивных площадок, велотрек, комплекс для сдачи нормативов ГТО, тренажеры, детские игровые зоны. Вот эти две есть уже, вот эти будут. И нагнали прям как раз детский велотрек. Вот эти две еще будут? Да, две будут, И вот детский велотрек, он заходит на эту часть. И вот площадка, еще? И это с ней рядом, да. Это мы до трубы. А здесь что будет из оборудования? Мафы, здесь будут мафы, детский игровой комплекс. Глава района обратил внимание подрядчиков на необходимость строгого соблюдения технологии строительства. Работы должны быть выполнены качественно. Не менее важны и сроки. Пока стоит теплая сухая погода, необходимо успеть сделать максимальные объемы работ. Роман Синеговский дал поручение своему заместителю по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Тамаре Берсеневой держать на постоянном контроле этот объект и оказывать максимальное содействие в решении возникающих вопросов. Тамаса, ответить на все вопросы, понять, где какая лавка, где какой фонарь, где как с водопонижением, где какие площадки, какая технология, быстро, чтобы он все понял и все сделал. Не затягивать. Технология очень важна. Вникайте, да. Мы не на год строим. Не на год. Понимаете? Вы же понимаете, что такое на площадку дождь, снег и все остальное. Поэтому все делать четко, качественно. Отметки, все. Время сейчас идеальное. В ходе строительной планерки обсудили и планы по дальнейшему озеленению парка. В нем будет дополнительно высажено около 100 деревьев и кустарников. А вот здесь у нас, Роман Иванович, здесь у нас практически нет деревьев. Здесь вот часть подсыпать, и вот мы такую схемочку сделали. Вот если сажать, то это вот так. А если вот как положено сейчас через 5 метров, вот мы их посадили, эти деревья. Это по рядам, если. Всего 80 чем-то деревьев. Дубов 10 штук вдоль центральной дорожки. И здесь. Но здесь можно другие, не обязательно ясеня. У нас здесь только одни ясеня. Не, помните, мы с вами говорили, может, хвою сюда. Основной объем строительных работ планируется завершить к концу осени. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».